Сейчас, Вадим. Енді біз қоғамдық тыңдау хатшысы сайлауымыз қажет. Бірыңғай тыңдау партияларының хатшысы болып, ДСП Виктор жауапкершілік шектеулі серіктестігінің инженері болды. Зинуринова Дана Құрманғазының сайлансын деген ұсыныс бар. Басқа ұсыныстар бар ма? А, нету, пожалуйста, нету. Да. А, кто за? Против? Воздержались? Нет. Все. Принято единогласно. Хачимон Мускер Сайланды, қоғамдық тыңдаулар хатшысы. Зималинова Дана Құрманғазы жұмыс орнына жайғасын. Башлас. Дамытқан. Құрметті қоғамдық тыңдаушылар, қатысушылар, Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі 2021 жылғы 3 тамыздағы номері 286 бұйрығымен бекітілген қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын сәйкес барлық қажетті рәсімдер орындалды. Барлық мүдделі міндетін келісімдер алынды. Тыңдаулар материалдары танысу үшін ашық қолжетімді қамтамасыз етілді. Қоғамдық тыңдаулар жұмысын бастау үшін келесі регламент ұсынамыз. Таныстыруды Өскемен металлургия кешені экология бөлімінің басшысы Кушнарев Вадим Юрьевич жүргізеді. Таныстыруға шамамен 30 минут уақыт беріледі. Сұрақтарға жауап 15 минутқа дейін. Қоғамдық тыңдаулар аяқтау 5 минутқа дейін. Қоғамдық тыңдауларды шамамен 1 сағаттың ішінде аяқтауға жоспарланған. Дауыс берулерін сұраймыз. Кім қолдайды? Кто за? Регламент. Против? Регламент қабылданды. Сөз Кушнарев Вадим Юрьевичке беріледі. Спасибо. Добрый день, уважаемый председатель. Добрый день, уважаемые участники общественных слушаний. Вадим Кушнарев. Представляю материалы к заявке на получение экологического разрешения по объекту полигон промышленных отходов ТОКАСЦИ. И разрешите уточнить, те, кто онлайн-трансляцию нашу слушает. Все слышно, все видно. Спасибо. Пожалуйста, слайдер. Презентация сейчас обновится. Я пока начну. Работаем по регламенту. Сначала моя информация, а потом, если у вас будут какие-то вопросы, то я на них отвечу. На территории Симбалазинского испытательного полигона располагается промышленный объект в виде полигона промышленных отходов ТОКАСЦИН. Первая очередь полигона была введена с 2015 года, вторая очередь в 2020 году. Что представляет собой полигон? Это карты емкости, в которые размещаются наши промышленные отходы. Отходы в виде, отходы в виде стабилизированного материала, мышьяк железосодержащего отхода. Григорий, переключи, пожалуйста. Вот теперь
всем станет понятнее, как это выглядит. Это вид первой очереди, как выглядел полигон на начало эксплуатации. То, что я называю картами, выглядит именно так, то есть это специальные емкости. Особенность их заключается в том, что они с рядом противофильтрационных экранов. На слайде вы можете видеть и презентации, которые на местах, расписано подробно, из чего состоят эти противофильтрационные слои. Вы можете видеть, что ну, система защиты достаточно серьезная. И самое главное, что она соответствует всем законодательным нормам в этом случае. На полигоне, как я уже сказал, накаранивается только один вид отхода. Это нуклеат, железосодержащий отход. Получаем мы его в процессе производства меди и свинца, в процессе переработки соответствующих концентратов. Сам отход переведен в стабилизированную форму. Что значит стабилизированная? Значит, невымываемая, нерастворимая. Тот отход, который не несет опасности, в принципе, сам по себе, но, тем не менее, мы к нему предъявляем повышенные требования по захоронению в виде того, что этот отход размещается в Big Baby. Это такой плотный мешок в ходе из полипропиленовой ткани. Эти биг-бэги доставляются железнодорожным транспортом до объекта непосредственно, до полигона. До полигона, до самих карт мы проложили железную дорогу, поэтому какая-либо другая перевозка исключена. По железной дороге отходы едут в специальных полувагонах. В полувагонах расположены стальные контейнеры, которые при отправке накрываются крышкой и пломбируются. То есть по пути следования тем самым обеспечивается безопасная их транспортировка и размещение там, где они только должны размещаться, а именно на полигоне. И главный и важный момент, что все работы на полигоне, на этом объекте, как строительство, так и эксплуатация текущая, ведется исключительно с привлечением человеческих ресурсов Национального ядерного центра и подведомственных ей организаций, ему организации. Как правило, это Байкал. Суть наших общественных слушаний на сегодня – это пролонгация, вернее, получение нового экологического разрешения. То есть мы не говорим о том, что что-то меняется в нашей технологии или что-то меняется с нашим отходом. Мы все делаем все то же, что и делали до этого, с 2015 года. У нас подходит срок получения нового экологического разрешения, и в составе этого разрешения имеется 5 проектов. Это проект нормативов допустимых выбросов, проект нормативов допустимых сбросов, проект программы управления отходами, проект программы производственного экологического контроля и проект плана мероприятий по охране окружающей среды на период нормирования. Вкратце остановлюсь на всех проектах. В плане проекта нормативных допустимых выбросов. Казалось бы, откуда выбросы, да, то есть мы размещаем отход, ничего не должно ни газить, ни парить, ничего, но мы учитываем абсолютно все аспекты влияния на этом полигоне. В проект нормативных допустимых выбросов вошли передвижная дизель и электростанция на случай возможного отключения электроэнергии, при том, что на полигоне эксплуатируется линия электродвижения, мы его заявляем как резервную именно линию. Это и гараж для стоянки автомобилей, для работы, для корректной работы техники в зимнее время. То есть абсолютно все источники, которые должны быть занормированы, они вошли в проект нормативов. Проект нормативов допустимых сбросов включает название сброс, но при этом сброса как такового нет. Немножко поясню, что считается сбросом на полигоне. Та
Вода в основном это сформированная осадками, которые образуются в картах, где размещаются мешки, биг-бэги с отходами. Откачивается специальный пруд, отстойник-испаритель. Это абсолютно равная по степени защиты основным картам емкость, только еще и сверху бетонированная. В эту емкость откачивается специальными насосами вся жидкость из карт. Там она испаряется, по сути, название этой емкости, как пруд-испаритель. А все, что остается в виде осадка, этот осадок собирается в такие же биг-бэги, как и основной отход, и размещается в те же карты. И основной отход. Как правило, этого осадка очень немного. По году это не более 2 тонн. Для сравнения, в один мешок входит 1 тонна. То есть это 2 мешка биг-бэга в год. То есть сброса ни на рельеф, ни в какой-то водный объект или еще куда-то не производится. Но по правилам нормирования сброс считается именно так. То есть все, что мы откачали в пруд-испаритель, несмотря на то, что это испарилось и собралось, считается сбросом. Проект программы управления отходами. Я уже вкратце сказал, что посада, которая остается в пруде-испарителе, также нормируется и размещается там, где и основной отход. Ну и помимо прочего, то есть нормируются отходы от бытовой деятельности. Это отработанные люминесцентные лампы. Но сейчас тоже есть уже понимание, что мы переходим от люминесцентных на безртутные технологии. Все дома пользуемся энергосберегающими лампами, вот они уже идут без ртути, то есть к ним не предъявляется повышенных требований. Но, тем не менее, мы нормируем и образование их, и утилизацию специализированной организации. Все это дело называется демеркуризация, то есть это выполняет специальная организация со соответствующей лицензией, и ее задача вывести эту ртуть из лампочек, ну и, соответственно, дальше уже организовать безопасное хранение, что и делается. И второй отход – это твердо бытовые отходы, ну, естественно, продукт жизнедеятельности. Все виды отходов также планируются. В плане производственного экологического контроля мониторинг ведется всех аспектов деятельности. Это и атмосферный воздух, и подземная вода, и почва, в том числе и снежный покров в зимнее время. Для контроля подземной воды по проекту изначально в 2015 году были организованы 3 наблюдательных скважины, по которым ведется соответствующий мониторинг. Каждое время года, то есть 4 раза в год. Проект плана природоохранных мероприятий рассчитан на весь период нормирования, то есть до 2027 года, включает несколько позиций, и основным из которых является как раз-таки организация безопасной работы, безопасной и, самое главное, квалифицированной работы на полигоне. Общая сумма инвестиций в природоохранные мероприятия за эти годы оценочно составит не менее 840 миллионов тенге. Этот проект сформирован и подтвержден соответствующим бюджетом. Говорил уже, что непосредственно на объекте работает исключительно персонал Национального ядерного центра, и мы собираемся и далее работать с этим подрядчиком, потому что для нас это гарантия безопасности. Мы в лице НЯЦа нашли хорошего партнера, в котором уверены, и работаем, собственно, по договору доверительного управления. То есть все постройки, весь объект и все, что находится там, переданы именно в доверительное управление Национальным ядерным центром. Газцинк, помимо всего прочего, является серьезным социальной компанией, социальной направленностью, необходимой стороной и город Курчатов, то есть по всем городам, где есть наши объекты, это наша практика, поддерживать и развивать
то, что требуется непосредственно в каждом конкретном городе. В Курчатове за эти годы пребывания здесь нашего объекта вложено достаточно много средств. Вы можете видеть их распределение по годам. Эта работа также будет продолжена и впоследствии. Из значимых то, что можно видеть и пользоваться, что называется, в последние годы был построен третий бассейн. Благоустройство дворов в этом году идет, уже к концу идет, но вчера по городу походили, посмотрели, но достаточно хорошо город преображается, и мы в том числе благодарны вам за это, за то, что вы корректно относитесь к своему городу и развиваете его теми силами, которые есть. По презентации, коллеги, у меня все. По регламенту переходим тогда к вашим вопросам. Если есть вопросы, хорошо. Вопросов нет. Хотел бы спросить, бигбены, которые хранятся, включается для врача, что будет под воздействием атмосферы, ветра, после даже человеческого фактора, они будут оставаться, да, они будут. Как та работа проводится, потому что, может быть, впереди в емкости надо будет использовать, применять. Либо, поэтому, потому что геологическое воздействие на окружающую среду, там проходит есть. И второй вопрос, это о поддержке, добротворке на территории, да. Если бы вы вчера закрылись, спасибо вам, конечно, не провели. И работу по благоустройству территории дворовых участков, но покрытие асфальта все-таки желать лучшего, хотелось бы, потому что он мягкий, и там ситуация, может быть, она еще не завершенная, работа данных. Спасибо. Единственное, что, коллеги, когда будете задавать вопросы, пожалуйста, называйте имя и фамилию, чтобы, да, секретарь мог фиксировать. Спасибо. Отвечая на ваш вопрос по бигбенам сначала. Карты рассчитаны таким образом, что мы их эксплуатируем, то есть эксплуатируем в плане заполнения. После заполнения предусмотрена поэтапная рекультивация. Как правило, эксплуатация карты производится в ограниченном периоде времени, то есть эти мешки не успевают разлагаться. А если что-то происходит при разгрузке, при размещении непосредственно в карте, человеческий фактор, то, что вы говорите, где-то рвется или что-то. У эксплуатирующей организации, у НИАЦа, есть всегда на готове чистые такие же мешки, новые, то есть они вручную перекладывают в новый мешок, а старый запаковывается в новый. Эта работа также отработана уже, все схемы реагированы на какие-то возможные такие нюансы. Что касается благоустройства, спасибо за замечание, но мы, чтобы вы правильно понимали, не имеем отношения непосредственно к производству работы. То есть тот подрядчик, который нанят, это уже работа организовывается через Акимат. То, что вчера мы видели, да, я неправильную ремарку сделали, что еще работа не закончена, асфальт уже несколько слоев кладется, и я думал, что все будет приведено так, как это должно быть. Здесь я могу просто добавить о том, что действительно средства, выделенные Косынком, контролируются именно Акиматом, поэтому все замечания уже выданы подрядчику. И мы сейчас ожидаем, что он все будет именно переделать в части, именно где есть у него замечания. Мы уже недавно разговаривали об этом тоже. Подрядчик в курсе, поэтому все устранится. Спасибо, да, пожалуйста. Можно я не буду сказать, чуть-чуть как нету войну. В своем докладе вы сказали, что на полигоне работают специалисты Национального ядерного центра. Можно поподробнее рассказать, какие у них там бытовые санитарные условия работы? Да, это своего рода
Спасибо. Продолжение вопроса, да, как обеспечивается безопасность, в том числе там, при перегрузке, да, возможно, при не контакте. Да. Спасибо. Вопрос понятен. А организация работы на полигоне выполнена этих бумагного поселка. То есть это временное пребывание с соответствующими бытовыми условиями. Обслуживающий персонал оснащен необходимым набором, в первую очередь, средств индивидуальной защиты. Вся эта спецодежда обязательно подлежит стирке ежесменной, после каждой смены. Это выполняется непосредственно здесь, полигон не так удален от центра, поэтому эта работа налажена. Есть помещение и для отдыха, и для приема пищи, и баня. То есть, когда мы работали в достаточно жестком режиме по трафику, когда много отходов везли на полигон, то эти заезды вахтовиков были на неделю, на две недели. И тогда вот мы и отработали, собственно, все и маршруты, и действия по стирке, по доставке людей. Теперь уже мы работаем, что называется, в текущем штатном режиме без каких-то перебоев в части поставок. То есть мы понимаем, с какой периодичностью мы везем отходы, и обслуживающая организация, и уже подглядывает под нашу доставку работы людей. Помимо прочего, специалисты СЭС, которые уполномочены контролировать бытовые условия, регулярно нас проверяют. Каждый год посещают этот объект, и за эти годы не было нареканий с их стороны. Спасибо. Да, пожалуйста. Вопрос. Есть ли перспективы в дальнейшем развития компании «Косынка» на город Киба? И не останется ли полигон полностью? Хочется сразу ответить односложно. Нет, нет, не останется. И да, у «Косынка», безусловно, есть перспективный план развития. Текущий план перспективы подразумевает развитие «Косынка» вплоть до 1953 года. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что в Казахстане, наверное, нет больше компаний с достаточно такой четкой перспективой и пониманием, куда эта компания будет двигаться завтра. Это, безусловно, дает уверенность в завтрашний день и нам, и нашим объектам присутствия, в том числе и полигона. И в качестве дополнительной информации, что называется, при обустройстве полигона, когда начинается эксплуатация любого полигона, в Казахстане предусмотрена мера создания ликвидационного фонда. То есть на момент открытия этого полигона, ввода в эксплуатацию, предусмотрена норма, что часть средств, которые должны пойти на рекультивацию, откладываются и абсолютно нетронутыми должны оставаться до момента завершения полигона средства, которые должны расходоваться исключительно на рекультивацию. То есть полигон априори не может остаться без хода. Спасибо. 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 Нет, как я сказал, мы складируем только один вид отхода, это мышьяк железосодержащий отход. Все остальные виды отходов, которые образуются в деятельности Устиногорского комплекса, там, где образуется этот отход, мы расцениваем как сырье. То есть мы либо перерабатываем его сами, либо передаем сторонникам, специализирующимся на переработке конкретных видов отходов. Yes. Спасибо. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Я тренер Виктория. У меня такой к вам вопрос. Вот вы в презентации своей сказали, что оказываете социальную поддержку городу Курчатов. А вы можете пояснить, эта поддержка оказывается за счет денег размещения отходов или у вас какая-то отдельная статья расходов? Спасибо. Да, это отдельная статья расходов. Мы не говорим, что это социальная направленность, социальное отчисление. Непосредственно за размещение отходов мы платим
то, что сейчас называется экологическими платежами, в налоговый орган по Абайской области. То есть это, для понимания, это около 300 миллионов тенге в год налогов только за размещение отходов. А все, что мы говорим о социальной активности и продвижении, это все доп. Средств. Еще вопросы? Нет вопросов. Ну, спасибо за вопросы. На все данные ответы. Обсуждение завершено. Замечаний, если нету, то предлагаю общественные слушания считать проведенными и состоявшимися. Владимир, спасибо вам. Спасибо за хороший доклад. Да, прошу проголосовать. Кто за? Против? Воздержался? Нет. Спасибо. Единогласным путем голосования решено, что на все вопросы получены ответы. Вопросы сняты. Слушания считаю состоявшимися. Объявляю общественное слушание завершенными. Спасибо всем. Спасибо. Я вас готов принять. Поговорим с вами. По-моему, уже не будет. Прям отсюда. Я уже не знаю, что. Я 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 не знаю, что